Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Этот репортаж мы решили сделать на словах и эмоциях тех, кто сам побывал на премьере, как в зрительном зале, так и на сцене. Итак, большая сцена 4 глазами артистов, режиссеров и, конечно, зрителей. Это просто взрыв какой-то. Вот, было очень интересно. Мне очень понравилось. И на следующую я советую идти. Тяжело было переживать, что ты ничем помочь уже не можешь. Потому что все, что ты мог, ты сделал. Но... Опять же, все, что я там напридумывал, это не важно, важно, как они это сыграли. Я просто удивилась, все актеры, они в первый раз, и такой, как бы, уже такая высота, такой уровень, это очень было прекрасно, и мне очень понравилось. Мы столько работали, и сегодня, как никогда, мы просто сыграли вот на ура. Все довольны друг другом. Вообще у нас такая команда, просто молодцы. Все друг друга поддержали. Они сегодня были на кураже. А за счет этого куража у них многие, так сказать, огрехи, те, что вот, ну, органично еще существуют, они как-то отодвинулись на второй план. А кто-то, может быть, более талантливый, кто-то нет, но максимально показывают то, на что они способны и что им это очень нравится. Наверное, многим из своих друзей я бы желала того же. Я бы хотела, чтобы они пережили те же эмоции. В сверхзадаче этого проекта стоит такое большое, хорошее дело и очень искреннее, очень теплое, очень светлое. Наверное, поэтому и проект такой получается жизнеутверждающий, хочется жить. Помимо заряда позитива и новых сценических навыков, артисты получили и сладкие сюрпризы от кондитерской студии Веры Никандровой. Ну а все зрители, купившие билеты на премьеру, тем самым помогли маленьким пациентам отделения онкогематологии. Ведь большая сцена была, есть и будет благотворительной. До встречи в 5-м сезоне. Артемий Панченко, Юлия Демидова, Николай Шелко и Павел Лауранин. Наши новости.